Думаю, может, просто добавить смазки, но здесь это так просто не пройдет. Надо все вырабатывать. Здесь я. Вот насчет чего, что здесь редуктор вот разобрал. На якоре сменил подшипник. 607 задний. Если 608 не стал менять, просто потому что у меня его нет. Смазал шприцом. Вот. Там у меня показано, как отдельное видео есть. Как не снимая. Отсюда пакетом просто забивал лафаном внутреннее отверстие. Такой шприц на 10 мл подходит как раз на 608 подшипник. И продавливаем смазку, чтобы она вышла отсюда. Как видите, она вышла. Вот там смазка. Чисто литолом пробивал. Здесь сменил смазку. Тоже подшипник не менял. Довольно-таки нормально послужит. Здесь вот шприц на 20 мл. И чисто вот так же. Если как пакет мне надо, он закрытый. Продавил. Сколько смогу. Здесь у нас стоит игольчатый подшипник. Просто протер. Похуй, конечно, промыть совсем. Я так несколько раз протер. То есть новой смазочки. Чисто литового. Для редуктора я такой подготовил. Литол стадом. Она жидкая такая, тянется. Думаю, забей не на 2/3, а на полностью редуктор. Потому что какой-то воздух останется все равно здесь. Останется под этой шестерней. Вот шестерня у нас тут. На шпунке собирается. Маской. Шпунка утопилась. Маску не убираю. Снялась свободно. Но попасть мне. Вот она ушла. Так и там шестерня работала сухую. Если у нас стоит стопорная крышка такая. Сторонное место получить удобно, конечно, надевать. Видимо, без этого инструмента, не знаю, как он забыл, как называется. Надо съемных стопорных колес, скорее всего. Что подшипник. Ладно, просто металлом. Здесь. Металл забил. Может, я пожмет этим жидкий, не очень хочется, а лишь будет вытекать. В принципе, булгарка уже на лет 10 интерколовской работает.
этих претензий почти мне не было, но пару раз пришлось менять этот регулятор. У меня были видео скорости. Наверное, потяжелее сравнить с той. Одной рукой долго не удержишь. Для двух рук больше предназначено. Наоборот, у них побольше. Ну, теперь я забью пистолет. Здесь вот он задний подшипник такой. Вот 7-й. Ну, там 6-8, как уже говорил. Здесь у нас она свободно вставляется. Подшипник. Взимается за счет стерни вот этой идущей подшипник, я так понимаю, гайкой. Гаечка с гравиркой. Потому что она полностью сейчас ее сразу поставить, потому что век не влезает у нас. Так сделано. Это, конечно, она без проблем снялась. Это уже тут явно не бойтесь. Смешишь или не смешишь? Правее. Рукой подержать. Получится быстрее. Рукой слетает. Я поставил у нас эти
Отлично, 10. Сжимаем, чтобы руку зажать. В принципе, не за всех сил, но довольно-таки туго. Крючочка есть, конечно, чтобы не видели. Остался. Давайте зажимаем. Смотрим. Да, потому что какой-то скрежет несколько раз промелькнул. Поэтому я решил разобрать. И не зря смазка, говорю, сказалась. Вот такой смазка. Литуол стадом. А, литуол, говорю, стадом. Ну да, литуол стадом. Течет. Жидкий смотрим почти. Запомню все это. Что будет. Через кнопку она не должна вылетать. И ведь тишь на руле. Ну и сухую шерстенько работает. Уже не лучше. Монтики, видите, как видите, жидкая. Тут совсем жидко не предусмотрено. Прокладки нет, железо к железу примыкается. Если чисто тат залить, она будет вытекать явно. Место ставить под шестерню. Можно сказать, сколько это займет. Смотрим, что будет. Только нет у нас выдавливых. Подшипник на 1,10 внутри 680 стоит. У нас продавить там вроде. Гадать трудно, сколько тут может, честно сказать. Вот примерно так, 100 миллиметров 5. Это. Шестерня. Толщина где-то 5 миллиметров. И, к счастью, идет за нее смазки. Еще разок. В принципе. Отлично. Попробуем ставить. Получится. Берем вот эти. Ставим сюда к корпусу. Пунька. Что отложим немного. Потекло лишку. Лишку с маски столько. Лишку с маски лишку. Потом не течет под это.
Лишку немало. Потом еще вторую попытку. Точнее, метров 7 надо вставлять. Вот видите, сколько выдавилось. Лишнее выдавилось. Чистенько. Ну, все, осталось болтики завинтить. Там посмотрим, как она будет работать. Спасибо, друзья, посмотрим. Удачи вам в делах.